Вчера сотрудники ЧС спасли жизнь двухлетнему ребенку. Малыш забрался в стиральную машину, полуавтомат и застрял. Подробности у нашего корреспондента. В 4 часа дня на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение. Ребенок застрял в стиральной машине. Спасатели среагировали оперативно. В течение 10 минут они приехали на место и извлекли малыша. Дежурное подразделение сразу же выехало. По приезду на место с помощью социального инструмента они деблокировали ребенка со второй камеры стиральной машинки. Ребенок в медицинской помощи не нуждался. Правда, был испуган. Спасатели на месте успокоили его и родителей. Ребенок отделался легким испугом, но ведь бывают и другие случаи. Например, в прошлом году, рассказывают спасатели, ребенок застрял в духовой печи. Потрудиться пришлось долго, однако чрезвычайный случай имел благополучный исход. В духовке в том году было, на пальцы, одевают игрушки, руки засовывают, между трубами, в батареи, потом еще болты одевают на пальцы, кольца одевают. Это практически, в месяц 5-6 раз такое случается. Амина Смакова, Ужас Габасов, Асхат Айбидулов, Первый Карагандинский.